И к другим темам. Коронавирус постепенно переходит в сезонный вирус. Возможно, от инфекции придется прерываться регулярно. Об этом в интервью ТАСС рассказала вице-премьер России. Ранее Татьяна Голикова сообщала, если вакцинация будет постоянной, к августу 2021 года у россиян появится коллективный иммунитет. Эта дата может быть сдвинута на более ранний срок при ускорении темпов прививочной кампании. Тем временем, по данным республиканского оперштаба, 10 марта COVID-19 обнаружили у 36 якутян. 26 случаев зарегистрировали в столице республики. В Мирнинском районе двое заболевших, в Ленском районе один.